Радиостанция Блиц-ФМ открывает новый сезон вечеринок для поклонников качественного русского рока. Первая вечеринка этой осени уже состоялась. Ее хедлайнерами стала группа «Смысловые галлюцинации» с программой «Фильму «Брат 2» 15 лет». И это только начало масштабного рок-марафона. Подробности в нашем материале. Чем разительно отличается Блиц-ФМ от всех остальных радиостанций, представленных в городе? Постоянными встречами со своими радиослушателями. Вечеринки Блиц-ФМ уже стали своеобразной визитной карточкой 105.5. Их ждут, на них приходят. Время проведения очередной вечеринки слушатели постоянно мониторят в эфире радиостанции и в социальных сетях. Так, с сентября по апрель сезона 2014-2015 Блиц провел 8 вечеринок, хедлайнерами которых были Мара, а также группы «Конец фильма», «Знаки», «Анимация», «Бригадный подряд». Каждую вечеринку посещала около 500 самых верных слушателей 105.5. Все в порядке, все нормально. Я беру тебя с собой. Я беру тебя с собой. В темный омут головой. Все в порядке, все нормально. Я беру тебя с собой. Я беру тебя с собой. В темный омут. С богатой историей. Ее годом рождения принято считать 1989. Именно тогда и родилось название «Смысловые галлюцинации». Правда, широкая аудитория узнала группу в самом конце 90-х годов прошлого века. «Смысловые галлюцинации» – один из немногих коллективов, который имеет признаки принадлежности как к старому, так и к новому поколению рок-групп. Группа всегда балансировала на грани гитарного и электронного звучания. Возможно, именно поэтому, взлетев 15 лет назад на самые верха всех топ-чартов страны, группа до сих пор сохраняет высокие позиции на многих из них. Несмотря на то, что в Вишкаралу «Смысловые галлюцинации» приезжали не впервые, для постоянных слушателей 105.5 их концерт стал настоящим подарком. Дело в том, что перед стартом сезона вечеринок Блиц проводит опрос слушателей в социальных сетях. Кого из хедлайнеров таких рок-вечеров они хотят видеть? Про «Смысловые галлюцинации» говорили часто, говорили много, а значит, Блиц не мог этим пожеланиям не прислушаться. Я всегда слушаю Блиц-ФМ, очень люблю эту радиостанцию и часто хожу на их вечеринки. Вечеринки всегда отличные. И как только услышала, что приезжают «Смысловые галлюцинации», тут же пошла. Мы очень часто ходим на вечеринки Блиц-ФМ. Это просто бесподобные, очень классные вечеринки, которые проходят в клубе «Чаплин». Мы не могли пропустить концерт «Смысловые галлюцинации». Мой муж большой фанат. Мы рады, что мы сюда попали. Спасибо Блиц-ФМ, что привезли их в наш город. 105.5 – лучшее радио! Йошкар-Ола! Так громко начав, Блиц-ФМ также громко и продолжит сезон вечеринок. И если еще несколько недель назад ведущие 105.5 оставляли в секрете имена хедлайнеров предшествующих рок-вечеров, сейчас ближайшие планы уже озвучены. Долгие переговоры, но вот в Йошкар-Оле группа «Смысловые галлюцинации». Это говорит о трудной работе нашей радиостанции Блиц-ФМ. Это говорит о том, что нас слышат, нас слушают, и количество радиослушателей постоянно увеличивается, это можно сказать, судя по концертам. Если говорить о наших планах, да, можно сказать пафосно, они грандиозны. Следующая вечеринка состоится уже 10 октября. Хедлайнеры вечера – это группа «Кукрыниксы». Далее мы не останавливаемся на достигнутом, и в ноябре уже будем встречать «Князя». Как итог, сегодня Блиц со своими слушателями на одной волне. И не только на радиоволне. А впереди еще больше планов. Каких именно, узнавайте на волне 105.5.